Всем привет! Мы тут проезжали мимо и увидели как гараж сейл. В общем, мы еще, если честно, так мимо проезжали, конечно, часто, но никогда не заезжали, не смотрели, что продают. Вообще редко попадали. Обычно по субботам, воскресеньям бывает такое. Какая собачка классная к нам выбежала. Вот такое все продается. Стулья, надо спросить, почем стулья. Кожаные. I haven't put that out because it's missing some pieces. Oh. So I don't want to sell it because I don't, you know, I want it to be able to work. Like those two go together, but I can't find the top. It's like a shredder. You know what it is, right? Like, yeah. Right. Стол и 6 стульев таких вот. $400. $400, да. А покупала, говорит, за 2000, да? Да. Ну да, это кожа, в принципе. Кожа натуральная. Да, ну просто где, если но есть просто, где ставить. Да, это надо еще. Иметь где поставить. Да. В принципе, цена неплохая. А она, кожа обчистится, она белая. Да. И хорошая кожа была, не раз утранная. Видно было, просто, что... видимо, стояла, наверное, вот эти стулья стояли в гараже, может, запылились, ну, грязные. Да. Отмыть, очистить, очень неплохо сохранились. Что-то. Смотрите, сколько всего. Здесь второй гараж сейл. Пылесосов, это куда столько им надо было, непонятно. Это, наверное... Посмотри, сколько этих. Это все новое. А что они? Книги тоже. Это, видимо, он торговал этим. Может быть, остатки у него. Может быть. И пылесосы новые. Пиво еще тут. Пиво? Это не пиво, это монстр. Это напиток, это энергетический. А, вот пиво. Ванил... Нет, ванила крем. Это тоже не пиво. Ванила крем написано, содовое это. Это наборы для детей. Нет, это не гараж сел, это не... А что это такое? Это фрайер. А, я хочу. Для фри. Олежка, я вчера хотела, я пирожки буду делать. А это что? Is it working? Yes. Four. It was 10 this morning. I just wanted to try to get it. Уже на новое. Okay, we'll take it. Практически новое. Чистое такое. О, лампа. Yeah, I will take it. Давай поставим эту лампу. Yesterday I was talking about that. Oh no, maybe I don't know. А, это крышки открывать. You know. Я понимаю. Вакуумная. Хочешь такую лампу? Смотри. Yeah, that's brand new. How much? I'll do five? Yeah. Ну, долларов новая лампа? You have just one? Yeah, only the, but my other friend came over and knocked down the other ones and threw in the trash. $5. Oh my. It was two. Is it broken? The other one's broken. Maybe I can fix it. Do you still have it? Смотри, это что, для птичек, что ли, да? Да, за, это чтобы не было... О, это для детей контиго, это классно. You can glue it. Yeah, maybe I can... Yeah, okay. Yeah, because I put both in and hit the other one. I'm like, man... Коляски, коляски. So how much is this? That one we're doing five. Это типа, чтобы... Это открывать эти пробки. Свина, чтобы не попадала, чтобы... О, да, я знаю. Но? Чтобы воздух не попадал. Да ладно, у нас есть эти пробки. Но вытягиваешь воздух и ставишь вот эту штуку, чтобы вакуум делать, чтобы оно не испарялось. А окей, ну возьми. А что это, вот это что такое? Для лимонадов? А вот это здесь? Это cereal holder. Cereal? Yeah, the other thing came out. Крутишь cereal. Okay, we're taking this, okay? Okay. What else? You need any vacuums? Хорошо, говорит, зашли. А можно мне туалет?
А вот ребенка сажать кушать, слушай, классная штучка. Ну а почему на полу? Надо куда-то на стул, что ли, ставить? Да, да, ее фиксировать. На стул ставишь и фиксируешь ребенка. Две штуки. У них, видимо, детей много. What is that? Does it come with scanner? No, it doesn't come with scanner. No, it's just a printer. А, это принтер. I do for 17. It's brand new. Not have many even. Yeah. Тоже практически новый. A customer opened it up. Yeah. One of the people. Это для птичек, да? Okay. For bird. Uh-huh. Okay. We have one newer one, so we sell on this one. But okay. Our birds love it. They go up all the time. And what was that? Deep fryer. That's another fryer. Yeah, is this working, right? Yes. У них две штуки даже такие получаются. Ладно, один возьми. So how the fryer working? Yeah, you put it in there and then you pop out the air. And then when it's done, you can put that. No, you put this first. You put first, then put that in, pop out there. No, Нунка, это классно. Смотри, ставишь и эту раз и закрыла. Yeah, okay. Ой, мы вчера такую, кстати. Dartboard. Это да, ну вчера Виталик принес такую. $10 в Walmart. Brand new. And how much is that? $25. Oh no. Because this one is a not this one. А, это хорошая. No, it's a different one. This totally different. This is a very good one. This is like an $80 one. $89 one. Yeah. Нужно. У нас и так полно всего. А что это такое? Увлажнитель, что ли? Нет, вентилятор. Не вентилятор. Is it are these fans or heater? Yeah, those are all fans. Fans. Mm-hmm. No heaters. Yeah. So here so we have here don't work, they're just fans. Чувствую, как много этих пылесосов. Ужас. Они, видимо, точно клинингом занимались. Это система музыкальная. Ой, сори. Я хочу посмотреть. Вау. Я люблю посуду. Она не очень. Хотя не очень. Красивый, китайский. Ну, он не тонкий. Да ладно тебе. О, хай! He was afraid. Не, это не то. Yeah, they're all there. Слушай, это вещь. Это Евки возьми. У нее есть такое. Нет, это не выливайка. Такое у нее тоже не выливайка. Угу. Термосок. Ну все, Олежка, давай пойдем уже. Да, идем. Все, я возьму деньги, принесу. Ну какая штука. Кошмар. Инструмент. We were doing 20, but I was trying to get rid of it, so we're doing 15 each. Right? $20 они хотят? 15. А, 20, потом 50. Да, она говорит, мы думали 20, а теперь 15. Вот это классная штука для ребенка. Манежик, да. Yeah. So here's $7. Короче, одну лампу дали бесплатно, да, которая немножко повреждена. Но ничего, мы ее сделали. Я ее сделаю, не переживай. Ну, раз бесплатно дали, конечно, попробовать стоит сделать. А эту за 5, получается, дали, да? Это тоже за $5. Естественно, он грязный. Ну, удобный, кстати, очень удобный. Это тоже $5? Да. Вообще, конечно. Вот, я как раз вчера хотела, я говорю, пирожки хочу сделать, такие, как у меня цех был такой, знаешь, раньше. Цех устроишь здесь. Да, я бы сделала такие. И все, и вот эту штучку вы купили, да? И вот эту. Это вот вакуум. Тоже, они вам подешевле ее отдали? Да, на $2. За $2. Вместо 5 сторговали. Вообще оно стоит 20.